Good morning. Смотрю новости про хоккей. Там, конечно, чехарда идет перед Олимпиадой. Вот. А здесь что-то горит. Прям горит, горит, смотрите. Прикольно, Илью Ковальчука назначили менеджером, да, на пару часов. Потом убрали. Я считаю, что Илья Ковальчук в тренерском штабе сборной России очень бы пригодился. Его люто все уважают. Очень чувак умеет мотивировать. Я думаю, что он бы там принес бы пользу. А нет, ничего не горит. Это просто курилка по ходу дела. Вот. Рабочее видео перед началом работы. Посмолить решили вообще жизнь. Камера, мотор. Кто может так вот делать? Уверен, что не все. Смотрите, какой, да, чувак с таким спальником. Кстати, заглушенный стоит. Так, ну и раз я остановился, что-то я очень кушать хочу. Я подумал. Он замерзло. Замерзло или нет? Мне кажется, они замерзли яйца. Я подумал, что бы не поесть. Да? Сейчас что-то с этим придумаем. Ну вот примерно так. Сыр. Как раз колбаску доел. Ну, дорезал точнее. 3 яйца и помидорки. Супер. Так, друзья, разгрузились мы. Мне вот так вот блокировали всю дорогу, вот эту, чтобы я мог заехать. Поэтому я, честно говоря, там не сильно снимал. Ну а там что, просто они скинули все эти штуки. Что это такое, я не знаю сейчас, для чего это используется. Фу! Жарковато в Техасе. Даже, знаете, как душновато, я бы так сказал. Вот такой вот классный заезд там. Там не развернуться вообще, вообще полная жопа. Здесь мне даже назад не сдать, просто потому что трафик идет. Блять, это Хьюстон. Это, ну, просто жесть. Мне надо назад сдать, чтобы туда повернуть. Мне не получается это сделать. Вот для европейского трака здесь офигенно. Для американского полная жопа. Ой, блин. Блин, груз слишком вперед поставил. Прям чувствуется. Надо было, блин, назад поставить. Так вот мы встали, то есть на скейл заезд здесь, выезд туда, то есть я никому не мешаю. Вообще все забито. Реально говорю, вчера ехал здесь примерно в это время. Вот плюс-минус, там полчаса-час. Блин, полупустые паркинги были. Сегодня, я думаю, связано с тем, что часть людей не уехала в понедельник, не загрузилась, да? Часть людей как раз уехала, но кто ехал в Техас, еще не приехали. Я думаю, что это так примерно. Мне кажется, я не знаю. Ладно, буду отдыхать. Я же груз вам не показал, да? Ну ладно, утром покажу. Может быть. А может нет. Вот, ребят, такую же штуку мы привезли. Вот какие-то просто круглые металлические хрени. Не знаю, что это вообще и для чего это. Вот с этим же чуваком мы и грузились. Кстати, я ждал, пока его загрузят, сейчас жду, пока его разгрузят. Как мы лихо приехали. Ладно, пойду я это все снимать. Блин, там реально дубак и ветер вообще лютый. Шапку одел. Короче, мы в Висконсине находимся, чуть выше города Милуоки. Они стояли на улице, все эти штуки, и привезли мы их на улицу под дождь. И всем пофигу. Они говорят, мы не знаем, зачем вы торпуете. Что те сказали на загрузке, говорит, их не надо торповать. Что эти сказали? Это вот просто тупо брокеру. Брокер сидит в кабинете перед компьютером, ему вообще насрать. Жарко, холодно, дождь, ветер, тарпы. Ему вообще плевать. Ну, пускай будет тарп. Ну и все. Вам ничего не видно? Короче, я на тракстапе посреди глуши. Здесь тишина, спокойствие. Специально послушал, все траки заглушены. Кроме кого? Кроме классика. Только вот, сука, эти тарахтят. Все заглушили, только это ведро тарахтит. Да, вы не поверите, но я переехал, потому что это невозможно. Это, кстати, Каскедия тоже заведенная стоит, но ее вообще не слышно. Ну, кстати, я могу сказать, классик не самый громкий. Это не пердящий классик, но просто он... Блин, ну все равно его слышно, даже если он не пердящий. Вот. Но это не из этих, которые вот на выхлопах. Ну все равно, просто было местечко лучше. Все равно слышно, все равно гул стоял такой. У него неприятный.
поэтому принято было решение лучше чуть-чуть переехать и кайфовать. Чуваки тут напылили, короче. Это вообще даже не видно, кто где едет. Мне в этом плане проще, я на грузовике. Все, погнали за оверсайзиком. Так, спустя 3 часа добрались мы до загрузки. Спать хочу. Что-то ребята паркуются как-то странно. Поехали туда встанем, да? Раз тут. Санвей, не Санвей, не знаете. Вот это Санвей. Это наш. Так, друзья, едем мы из Канзас-Сити опять, ну, условно, почти до Вашингтон-Ди-Си. Блин, я даже не успел опомниться. Я буквально только вот документы чуваку подвожу. Там очередь стоит из траков. То есть я там, ну, как бы был, мягко говоря, не первый. Там передо мной еще было трака 3. Он говорит, о! Говорит, давай, мы тебя сейчас будем грузить, сразу подъезжай. Он другим, там причем наши ребята тоже. Он говорит, это самое, мне его надо первым загрузить, потому что, типа, мой груз стоял первый. И он говорит, чтобы мы просто убрали, и уже потом нам не мешало ничего. Ну, там наши пацаны все, санвеевские, они говорят, да, вообще говно вопрос. Постояли, пообщались, а у них чуть-чуть шире груз. У меня 9,6, у них 10,2. Ну, короче, у них там, условно, там, на фит больше, да. Вот, и просто мой, получается, лежал перед ними, и я как раз подъехал. Вот, и он говорит, давай быстро. А там паза не ставят, буквально они вообще мгновенно делают, там пацаны на опыте. Вот, он просто сразу же чик поставил мне. Я два стрепа кинул в сторону, отъехал, все, дальше там уже стреповался. Короче, повезло. Не успел вообще ничего, ни камеру взять, ни очухаться, вообще ничего. Думал дрон запустить. С дрона реально, ну ничего, просто вот я только вот прям подъезжаю, он говорит, о, все, давай, подъезжай быстрее. Они скоро закрываются, им, видимо, там надо быстренько всех раскидать. Так что вот. Все пучком, еду на Дракстап, мыться, бриться, все дела, потом надо каким-то образом попасть в магазин, у меня в холодильнике повесилась мышь, и даже ее подруга, это либо его подруга, я не знаю, в Америке, может быть, и это даже два парня повесились, на самом деле, от большой любви. Мужики, вы чё? Это прикол какой-то, а? Может быть, но не суть. Ну, примерно такие дела, едем. Вчера у меня закончилась еда. Так удачно я нашел место на парковке. Так вот наш груз, видите, с помощью высокоточных технологий он крепится. Груз, за который очень хорошо платят. Он небольшой оверсайз, всего лишь вот. И все, куча ограничений уже. Хорошее место, куча траков. Есть прям парковка вот для траков, вот, но здесь разрешают стоять. Главное не мусорить, выкидывать мусор за собой. И так прикольно, вчера вечером припарковался, уже и в магазине никого не было. Я, то есть, уже под, ну, уже почти под закрытие пришел там, за час до закрытия. Вот так классно в этом плане. Пошел, затарился и тут же поспал, вообще, короче, все объединил. Очень прекрасно. Выезжаю поздно, что-то я так вчера устал. Очень хотел спать, так что сегодня решил побольше поспать. Ехать мне не очень много. Вот, и разгрузка только до понедельника. 700 миль до понедельника, сегодня суббота. Я вот все время боюсь здесь тарпа оставлять, потому что у меня один раз уже упал тарп отсюда, сюда. Здесь почему-то они ослабляются. Вот в других местах они не ослабляются, а вот именно в этом месте ослабляются почему-то. Добрым утром. Ну что, мы привезли. Жду на выгрузку. Сейчас эту штуку подъедут краном. Нам заберут и все. Ну, что-то тут Google делает, что-то мутит. Прикольно. Склады какие-то, походу, я не знаю. Но у них там есть, здесь недалеко, буквально ехать 10 минут, офисные здания большие, гугловские. Гугловские. Так, братва, запоминаем. Рус, запоминай, рисуй. Едем мы из Пенсильвании, город Йорк, едем в Аризону. Куда мы едем в Аризону? Я забыл, куда мы в Аризону едем. Ну, нарисуй куда-нибудь в Аризону, там, не знаю. Что там, Феникс, нарисуй Феникс. Наверняка где-то возле Феникса будет. Вот, оттуда едем в Лос-Анджелес. То есть я завтра утром еще забираю еще один груз. Груз, то, что я забрал, вообще мизерный, просто вот писечка. Я что, к чему это вообще хотел вещать-то? Вот, вещать я это к тому, что... Блин, там опять так все быстро начали грузить, что я даже не понял,
Вон весь, нам даже не видно груз, господи. На продеке стоит, там ничего не... Ну, короче, какой-то... Какая-то запчасть для какого-то станка, по ходу дела. Ну, не суть. Едем мы потом забирать две машины. А, вот, что я начал говорить. То, что вообще запутался в мыслях. Сейчас черный чувак был на форклифте, который мне грузил. Ну, вот, честно, офигенно. Вот, блин, настолько душевный чел. Настолько просто приятный по общению. Настолько, ну, вежливый. Такой, везде идет навстречу. Залез мне на трамп, мне надо было эти тарпы убрать. На нижний дек скинуть. Он залез, я его даже не просил, я ему говорю только, дай мне минутку, сейчас я быстренько их скину туда. Он залез, помог мне с тарпами быстренько. Поехал, распечатал, у него документов не было, он говорит, давай, я распечатаю, говорит, у нас там все есть. То есть, блин, настолько вот, видите, не все. Как не все водители на классиках мудаки, так и не все черные мудаки. Но, к сожалению, много мудаков. И среди нас тоже много мудаков. Среди всех. Use the middle lane, он нам сейчас говорит. О, красный наш, зеленый вообще. Погнали! Твою мать, что такое-то вообще? Вот такие дороги классные. Еле ехал на самом-то деле. Я так сказал, конечно, погнали, да, но... Это кошмар. Сливание, дети мои. Гантели улетела. У меня же гантели есть. Я купил гантели, чтобы она была. Я считаю, что... Знаете, есть люди, которые вот они считают, что если... солнечной энергией и воздухом питаться, то достаточно. А я вот из тех людей, которые считают, что если купить гантель и положить ее в траке, то ты приобретешь незабываемую красивую форму тела. И вот я приобретаю, на самом деле. По крайней мере, я ее положил уже в нужное направление. Еще не иду в нужное направление, но уже лежу в нужном направлении, так что все хорошо. Все, едем на Тракстап, приезжаем туда в 5:30. И это круто, потому что я успею и занять места на этом Тракстапе, и еще сходить в душ. Все по красоте, ребят. Опять авария. А, у него колесо лопнуло. Понял. Так, друзья, привет. Там холодно, однако, поэтому достаем такую вот куртку, но на футболку. Там прямо ветер, дождь. Какашки. Забираем мы с вами вот эти два трачка. Едем на Калифорнию, на Лос-Анджелес. Мы здесь уже забирали один раз с вами машину. Только побольше была. Тоже водовозка, только побольше. И тоже в Калифорнию ехал. Короче, лайфхак хотел рассказать. Во-первых, я выгляжу вот так вот. Так себе, да? Короче, смотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас сбрасываю рэмпы с этими удлинителями сюда. А потом, чтобы их не таскать, потому что они тяжелые, а потом просто вперед проеду, и все. И они у меня окажутся сзади. Ясно? Блин, все замки поумирали. Так. Где? Иди сюда. Сюда иди. Как бы мне это с вами вместе сделать, а? Забыл перчатки. Прям пальчики хочется облизать. Замки мои уже все, да? Кстати, проверить, ключи-то здесь? Ключи здесь. А такой прикольный маленький. Такой прикольный вообще, хоп, и повернул, короче. Ну что, страшно было? Поехали это заводить. Так, ну примерно вот так я это реализовал. Потому что, честно говоря, здесь цепляться-то особо больше не за что. Вот это очень маленькое, туда цепи не залезут. Даже без крюков они туда не залезут. А больше и не за что, ребят. Осталось только это. Ну, вот так вот это выглядит. И нормально, кстати. Нормально. Сейчас покажу, как это делать.
Сейчас знаю, кто-то скажет: «А-а-а, ты чё, сука, диск!» Ну да, но здесь так делают, не запрещено. Я предыдущий отсюда вез точно так же. Я все время вожу здесь, цепь пускаю. Ну нету здесь больше ничего, нету. Понимаете? Там вон, видите, много всяких трубочек, шлангов и так далее. То есть очень легко повредить. А здесь вы, в принципе, ничего не... Ну, будет пара царапин на диске, это не страшно. Так есть, друзья. И еще немаловажный фактор. Вот так вот цепь сделайте. Да? Вот. Полицейский это одобрит. Поверьте. Можно намотать. Так тоже делают. Вот либо такой вариант еще можно. Как удобно. Все, друзья, готово. Все должно быть по красоте. Все, везде посмотрел, вроде ничего нигде не задевает. Ой, fucking ramp. Я так не хочется их убирать, это ужас. Что делать? Все, убираю еще одну сторону. И погнали. Проверяем вес. Изи. Он у меня откалиброван более-менее. Вот. У меня хорошо откалиброван. Ну, нормально я его откалибровал. И этот, как бы, плюс мы стоим под горкой, но это не важно. В принципе, там с запасом огромным. Все, погнали. Нам сначала в Аризону. Феникс. Маленький сгрузить груз, который. И эти два трачка идут в Лос-Анджелес. Короче, едем через всю страну. У нас там, наверное, 1003 миль получится. Так, 2700. Может быть, так, 2800. Что-то типа того. Все, let's go. Смотрите, как красиво, да? Не, ну красиво же. Ничего не скажешь. Сильвания. Очень красиво, что. Но очень узкий. Очень красивый, но очень узкий. Как детство, нет? Смотрите, какая осень уже, да? Все уже желто-зелено-красное, серое. Ветер дует, вообще просто сдувает нафиг. Лютейший какой-то ветрюга здесь. Причем он, естественно, какой-то такой у меня встречно-боковой. Ну, в зависимости от того, как я еду, но все то, что он мне постоянно дует в меня. Ни разу не попутный, как бы. Но очень красиво. Так, ребята, это у нас тут break check area, так называемая, то есть перед спуском затяжным, да, здесь есть такие специальные места, куда вы обязаны заехать, оно же wait station здесь, в этом данном случае. Ну, как раз я быстренько съем йогурта. Типа вы даже остановиться, постоять туда-сюда, некоторые просто проезжают. Легкий перекус. Бррр, на самом деле бррр на улице. Вообще просто бррр. Сейчас так заведемся. Так, друзья. Короче, такой вот у меня есть кормфлекс, хлопья с молоком, молочко, поэтому что мы делаем? Правильно, сейчас быренько, просто раз уж такие дела. Правильно, завтрак у нас был, теперь как бы этот, второй завтрак. Взяли спум, держи, я знаю, что ты хочешь, на. Ням-ням-ням-ням.